Как научиться прощать? Как научиться прощать? Это очень просто. Нет ничего проще. Надо просто немножечко понаблюдать за собой и сравнить свое поведение, и особенно свои мысли, чувства и желания с какой-то нормой. Вот где ее норму найти? Норму, верность. Где эта норма? Но для христиан это довольно просто. Мы берем Евангелие. В Евангелии написано: не судите, да не судимы будете. Так, не завидуйте, не лгите, не клевещите, не фарисействуйте. А, ну все отлично, все, теперь я знаю, каким. И вот я начинаю наблюдать за собой. Что ни слову, то осуждай. Прям все, снизу доверху. Кто там не будет? Всех, и Путин, и патриарх, и архиереи, и директора, и это министерство, и все эти чиновники. Я уже давно убедился, что я единственный, кто чистый человек. Остальные все такая дрянь, что вы представить не можете. И тут вдруг, вот это да. И вот когда я увижу, какой я хороший, оказывается, не могу не осуждать, ну что, не лгать, не притворяться, не завидовать, не злиться, когда я увижу, не могу, тогда я пойму. Видишь, ты не можешь, и он не может. Может, простишь? Может, простишь ему? Ну, будь великодушен, глядишь, и тебе простят. Вот путь такой.